Евросоюз сумеет достичь согласия по введению эмбарго на российскую нефть. Об этом по прибытии на встречу глав МИД стран Большой Семерки в Германии заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. При этом он отметил, что страны, выступающие против немедленного отказа от российского топлива, имеют объективные трудности с поиском альтернативного поставщика. Также Боррель анонсировал увеличение финансовой поддержки Киева. Я хочу объявить, что Европейский Союз выделит новый транш на дополнительные 500 миллионов евро в качестве военной помощи Украине. Эти 500 миллионов будут предназначены на тяжелое вооружение. На данный момент мы предоставили бронемашины, танки, тяжелую артиллерию и боеприпасы. На министерской встрече Большой Семерки также присутствуют премьеры Украины и Молдавии Дмитрий Кулеба и Николай Попеску. Глава британской дипломатии Ли Страсс отметила, что в целях Европы продолжить давление на Владимира Путина путем военной поддержки Украины и новых санкций против России. Всего с начала марта ЕС предоставил Киеву помощь на сумму в 4 миллиарда евро. Великобритания около 3,5 миллиардов.